В Видном на Аллее Славы прошел торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященные 80-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В мероприятии приняли участие представители руководства муниципалитета, общественники, учащиеся школ. В почетном карауле застыли воспитанники военно-патриотических клубов. Именно в эти дни всему миру было показано, что враг обязательно будет разбит. Потом, позже, будут десятки таких великих побед. Это и Сталинград, это и Курская битва, можно перечислять бесконечно. Но именно в эти тяжелейшие дни солдаты Красной Армии защитили Москву. Цель подобных мероприятий – сохранить память о славных страницах истории и подвиге советского народа, совершенного в Великой Отечественной войне. 5 декабря началось контрнаступление, вследствие которого, кстати, уже меньше чем через 50 дней вся Московская область была освобождена от фашистских захватчиков. И мы в январе будем отмечать еще одну юбилейную дату – 80 лет освобождения нашего региона. После торжественного митинга состоялась минута молчания, а затем все собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.